Нефти и газа, и главным продавцом российской нефти стал гражданин Тимченко, резидент Швейцарии и гражданин Финляндии. Это патриотично, по-вашему, или нет? Почему нашу с вами Александр нефть продает какой-то хмырь, который налоги платит Швейцарии? Почему? Объясните мне. А я могу сказать. Давайте. В 2009 году я занимался нефтегазовым вопросом. Так вот, доля продаж Тимченко от общих продаж России, она составляла порядка где-то 7%. А тут было. Вот. А сейчас как тогда? Вот. Главный продавец Роснефти и Сургутнефтегаза. Кунбор, главный продавец Роснефти и Сургутнефтегаза. Я очень четко спросил. То, что гражданин Финляндии на этом сидит, это хорошо.